Подъезжаем к Москве. Вот, смотрите-ка, сейчас я вам покажу. Еду я в поезд. Гляньте-ка, как там подымешь. Вот. Москва трудится, живет своей трудовой жизнью. За мной люди вон. Вагонно. Все проснулись. И мы проснулись. Мы не спали. Спать не хочется совершенно. Ни капельки. Ой, даже не верится. Вот такой поезд комфортабельный мы едем. Какая красота поезд. Господи, каких поездах мы в детстве ездили. Мне даже страшно вспомнить, какие туалеты были. И сейчас мы едем, как короли. Просто как короли. О. За окнами метель, зима. Холодно в Москве, видимо. Ветрено. Сейчас сойдем на перрон, узнаем. Правда? Все прелести погоды сегодняшней. Вот. Хотела волосы красить. А как-то мне вот больше нравится такой оттенок медовый. Не хочется мне красить волосы свои. На перроне торопились на поезд мы и мужчина навстречу. Я говорю: мужчина, вы не поможете мне донести пакетик до вагона? Я вот говорю, бегу, опаздываю. Смотрел, мерил взглядом, говорит: нет, представляете, отказал. А другой идет по перрону и говорит: давайте, помогу. Донес мне до моего 7-го вагона. Вот спасибо человеку. Ты смотрит интернет. Сегодня какое число мы ехали? Какое? 5 января. Вот мы сегодня ехали утренним поездом. Спасибо этому мужчине, который мне помог. Вот. Я даже удивлена, что первый отказал. Я особо не торопился вроде, но сказал так решительно: нет. Смотрите, как бывает. Вот так вот бывает. Нет, ты все. Ладно, я не расстроилась. Два окна, Москва. Сейчас вам покажу.